Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами об эфирном масле ладана. Его латинское название frankincense. Бывает в фасовке 15 мл и в таких вот роллерах 10 мл. Здесь уже разбавленное масло, эфирное масло ладана. Эфирное масло ладана добывается из смолы дерева Босвеллия. Добыча смолы ладана очень трудоемкий процесс. Дерево Босвеллия растет в сложных климатических условиях, на вершине известняковых гор и буквально цепляется за эту гору, чтобы выжить. Еще в феврале месяце делается надрез на коре дерева, и только через 2-3 месяца начинается сбор смолы. С одного дерева получается не более 400 грамм смолы. Деревья Босвеллия передаются буквально по наследству. Первое упоминание о ладане относится еще к XVI веку до нашей эры в папирусе Эберса. В этом папирусе освещаются 877 способов использования эфирных масел. Ладан еще в древнем мире использовался при кровоизлияниях, при проблемах со зрением, при проблемах с суставами и с другими известными на то время заболеваниями. В 19 веке французский ученый Кобас доказал эффективность эфирного масла ладана при лечении рака кожи. В регулярном использовании организм накапливает в себе полезные свойства эфирного масла ладана, и нас покидают отрицательные эмоции. Ладан – это универсальный доктор. Он помогает при депрессиях, при стрессах, при различных болях. Допустим, болит у вас спина, нанесли масло ладана, оно вам помогло, когда другие средства не справляются. Очень успешные есть уже исследования о том, что эфирное масло ладана помогает при близорукости, то есть уже подтвержденные исследования, то есть я лично видела результаты. За полгода зрение улучшилось на 0,5 диоптрии. Да, это немного, но, извините, мы и зрение свое сажаем тоже не за один день. Ладно, помогает при засыпании, для крепкого сна, при болезни Альцгеймера его применяют, при онкологических заболеваниях. После инсульта оно помогает. При эпилепсии у меня лично есть положительный как бы опыт, но, к сожалению, девушка не стала использовать дальше. У ребенка 8 лет эпилепсия. Я дала маме пробничек ладана. Она просто давала ребенку его. И в течение 3 месяцев после использования у ребенка не было ни одного приступа эпилепсии. Но после того, как она перестала его использовать, приступы опять начались. Ладана – это очень мощное омолаживающее средство. Вот лично я пользуюсь вот такими вот средствами от Дотеры. Это антиэйдж крем, это крем для области вокруг глаз и вот такая сыворотка. Все эти средства содержат ладан. И хочу сказать, что 56 лет у меня практически нет морщин вокруг глаз. Я вам даже показываю. Эфирное масло ладана укрепляет и поддерживает наше здоровье, нашу иммунную систему. Очень хорошо для органов дыхания. Показана теплая ингаляция. Мы капаем в теплую воду 1 капельку эфирного масла ладана. И 4-5 минут над теплой водой мы дышим. Почему не горячая вода, да, вот как мы обычно дышим над кипятком? Эфирные масла при температуре выше 40 градусов теряют свои полезные свойства. Хорошо использовать эфирное масло при фурункулах, разных язвах, других повреждениях кожи. Мажем 3 раза в день. Либо чистым маслом, либо в разведении. Масло ладана показано для приема внутрь. Да-да, мы используем эфирные масла внутрь, но по показаниям. Для поднятия иммунитета хорошо принимать 1 каплю на чайную ложку меда и растворить в травяном чае. И каждый день пить для поднятия иммунитета. Эфирное масло ладана поддерживает клеточное здоровье. Ладан поддерживает способность клетки идентифицировать и определять, какой код ДНК правильный. Об этом даже проводились исследования, в ходе которых было выявлено, что да, код ДНК после применения ладана меняется в положительную сторону. Для поддержки иммунной системы
можно нанести каплю ладана в разведении с базовым маслом на стопы, ну, каждый день наносить. Либо каплю ладана под язык каждое утро. Если ты не знаешь, какое масло применить, применяй ладан. Многие люди, узнав о чудесных свойствах ладана, думают, что лучше его приобрести, как бы не терапевтического класса, а приобрести его в церкви. К сожалению, в церкви вряд ли вы найдете чистое масло ладана. Как я уже говорила, оно очень дорогостоящее. Потому что даже в чистейшей смоле дерева басфели содержится всего 3-8% эфирного масла. Естественно, что в ладане, который стоит 500 рублей, 1000 рублей, да, ну, вряд ли вы найдете хотя бы даже частичку франкинсенс. В церковной практике ладаном называют любое благовоние, которое используется при богослужении. Поэтому призываю вас пользоваться эфирным маслом ладана чистого терапевтического класса.